Вы знаете о том, что здесь прошло задержание, значит, предварительное очаг сгорания кабеля в районе сервера. 700 человек эвакуировано, в здании сейчас никого нет. На стоянке тоже убирают последние машины. И идет обследование сервера. Сейчас просто задымления никакого сгорания не было? Нет, сгорания нет, задымления. Пострадавших? Я вам сказал, 700 человек эвакуировано, пострадавших, потерпевших нет. Загорание электропроводки на площади 1 метр квадратный произошло на втором этаже в Триумфоле. Здание это помещение М-видео. Естественно, сработала сигнализация и вывод сигналов, пожарную охрану. Автоматически по третьему номеру сюда прибыли пожарные подразделения. Ребята огнетушителями ликвидировали загорание на этой же площади 1 метр квадратный. Задымление дальше. Помещение видео никуда не ушло. Все системы автоматически сработали. И дымоудаление, и система оповещения, противопожарные заносы были отключены. Здесь вопросов нет. Из здания было эвакуировано порядка 250 человек. Два кинозала в это время работали. По наличию людей в здании сейчас никого нет. Здание полностью обследовали, в том числе и на кровле здания. Единственное, имеется на парковке автомобиля. Но автомобиль ничего не угрожает. Сейчас посетители. Можете ли оценить, как сработали сотрудники торгового центра, как сработала пожарная сигнализация? Автоматика сработала полностью, никаких вопросов здесь нет. И сотрудники, технический персонал, то же самое, сработали вовремя. Здесь задействованы были и противопожарные экраны, видно было, рукавные линии проводные. Огнетушители в наличии имеются, огнетушители исправные. Но очаг возгорания был ликвидирован сотрудниками МЧС. Все.